Ребята, вот так выглядит вагон СВ. Вот в СВ поезде вот такая бомбочка. Вот так выглядит этот поезд внутри. Единственное отличие — по два места. Но и по две подушки. Также есть вот такой прекрасный телевизор. Грязноватый, конечно. Долго разбирались в проводнице, как его включить. Ну, в итоге включили. Выбор достаточно большой. Вот мне принесли такие DVD-диски. Когда вы в последний раз вообще видели DVD-диски? И после этого проводница у себя его включает. Всего одна розетка. Слава богу, со мной нет попутчика. А то мы заряжались бы по очереди. Но в остальном все то же самое, в принципе. Вот так оно выглядит. И это стоит 6 тысяч рублей за 4 часа поездки. Мне кажется, на самолете было бы дешевле.